Всем привет! Это прогноз погоды. С вами Ирина Шмыгова. Как сообщают в гидрометеоцентре, 23 января в Ульяновской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, ветер западный, умеренный. Температура воздуха днем по области от 2 до 7 градусов мороза. В Ульяновске минус 2, минус 4. В течение дня атмосферное давление существенно не изменится. Кафе-кухня – это уютный уголок в самом центре города с демократичными ценами, домашней едой и пиццей. Работает доставка. Телефон 98 89 89.